Всем доброго времени суток. Следующее упражнение 2 на межполушарные связи. Мы делаем так. Правая рука 2 пальца, левая рука 1 палец. И кладем правая рука ладошкой вверх, кладем 1 палец на 2 пальца правой руки. Хлопаем, меняем. Теперь левая рука 2 пальца, правая рука 1 палец сверху. Хлопаем, меняем. Хлопаем, меняем. Хлопаем, меняем. Когда получается, потом мы меняем. Правая рука 1 палец, левая рука 2 пальца сверху. И также хлопаем, меняем. Хлопаем, меняем. Вот такое простенькое, но эффективное упражнение. Все, всем спасибо, всем до новых встреч, всем пока.